Город утонул в снегу. Сегодня к началу рабочего дня расчистить все улицы от снега коммунальщики не успели. Хотя на борьбу с осадками вышли больше 70 снегоуборочных машин. И если к обеду снег с центральных улиц все же удалось вывести, то на второстепенных дорогах и тем более во дворах до сих пор сугробы. За уборку снега на придомовой территории должна отвечать управляющая компания. А вот за очистку городских улиц администрация. По данным госавтоинспекции, заснеженные дороги уже стали одной из основных причин ДТП. Только в Кирове за эти выходные произошло 159 аварий. И чтобы уменьшить цифры статистики, коммунальщики продолжают бороться со снегом и сейчас, и в планах продолжить работу и ночью.